Знаете, мне кажется, вот любой запрет, вот чего бы он ни касался, вообще запрет, это никогда не панацея и не решение проблем, потому что кроме агрессии людей это ничего не вызывает. Вот донести до людей вот как раз идею нравственности и сделать так, чтобы людям не захотелось делать что-то вот непотребное или делать что-то там неправильное или там какие-то вредные привычки искоренить. Нужно заставить людей и помочь им, не заставить, а именно помочь, захотеть это сделать самостоятельно. Что касается развлекательных и увеселительных заведений, ну, вы знаете, я скажу так, каждый отдыхает как хочет и каждый по-своему проводит время, вот так, как ему интересно. Если кому-то интересно идти в стрип-клуб, во-первых, я не вижу в этом ничего зазорного или страшного, это лучше, чем смотреть по телевидению негатив и убийства. Если люди какие-то идут в массажные салоны, то, знаете, пусть хоть интимные услуги, но, опять же, это личное дело каждого человека. Я люблю салон «Восточный экспресс», у меня все в порядке с вниманием ко мне и мужского населения, и как вообще, в принципе, с личной жизнью, поэтому мне не нужны вот эти интимные услуги, но профессиональный массаж я лучше сделаю в хорошем салоне. Кто-то думает по-другому, почему нужно это запрещать. Но вопрос нравственности, он, знаете, в чем? Он в том, чтобы люди были добропорядочными, чтобы они не совершали друг по отношению к другу зла, каких-то мерзких поступков, чтобы не допускали недобрые мысли, чтобы люди не мстили друг другу, если существует какая-то даже несправедливость, чтобы не отвечали злом на зло. Вот в этом нравственность, а не в том, чтобы исключить там салон интимных услуг или там стрип-клуб, как говорится.